И в продолжении криминальной темы. Полицейские Кайтакского района разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего накануне ночью в селе Ахмет-Кент. Установлено, что примерно в час ночи житель Маджалиса в ходе возникшего скандала нанес телесные повреждения двум женщинам. В ходе разбирательства мужчина рассказал, что хотел проведать своих детей и направился к дому бывшей тещи. Однако позднему визиту там были не рады и отказали во встрече. Расстроенный мужчина, находясь, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары в различные части тела бывшей жене и ее матери. Пострадавшие обратились в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены домой. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Поехал я увидеть детей своих. Поехал, двери были закрыты, я перелез в сетку. Я даже не знал время, сколько. Постучался, открыли дверь, теща вышла. Я сказал, можно детей увидеть? Она сказала нет. И толкнула меня, я даже упал через лестницу. Я еще раз попросил, говорю, я просто хочу увидеть детей, можно? Потом жена тоже вышла, начали меня толкать, выталкивать. И слово, вот, как перепалка получилась, и уже в состоянии таком этом, я им тоже как бы ударил, получается.